Росгвардия, мне кажется, она просто делает свою работу. То есть вы поддерживаете полицию и Росгвардию, которая держит свою работу? Да, я поддерживаю. А вы считаете, вас здесь задержать не могут? Почему? Могут, конечно, если я буду... Правы будут. Нет, если я буду нарушать закон и порядок... Нет, вот если вы будете вот здесь стоять, вас могут задержать? Нет, не могут. Вы уверены? Конечно. Да вот нет, я же стою, меня никто не задерживает. Хорошо. Их провоцируют специально, вот они подходят, ну вот я смотрел передачу, да, вот подходит обычный житель, вот Митин, подходит, взял, ударил сотрудника Росгвардии по лицу, по голове его ударил, ну вы считаете это нормально? Вот они что делают, вот смотрите, вот давайте пройдемся вместе с ними, они вас трогают, вот смотрите. А я остальных людей трогаю. Если их начать бить, трогать, там, вот так или еще что, они будут провоцироваться, правильно? Они будут делать действия, которые по закону указаны. Ну, пацаны,